Привет, меня зовут Матвей, а это Дима. И мы сегодня... Салам алейкум. Ага, переводится как здравствуйте. И знаете что? Я больше половины этих флагов знаю. И мы сейчас будем играть в них. Могу кое-что сказать. Хотите, мы снимем канал, где вы будете учить английский? Если наберется 10 тысяч лайков, тогда мы снимем канал. Нет, ну 100, например, 100 тысяч лайков. Да. Вот, да. И тогда я... Не знаю, но это, если вам понравится, короче. А еще хочу сказать, мы можем выпустить такой ролик, где мы будем играть в игры по очереди. Хорошо. Если наберется 10 тысяч просмотров. Где-то 500 тысяч, вот, например, да, вот так. Ладно. Короче, мы сейчас будем начинать. Вот. Давай, какой ты выберешь? Вот этот всем известный, это... Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Это, короче, гимн России, там дальше да. Продолжение, мы не будем до этого. Вот, давай, что? Смотри, какое еще? Вот этот... Это где Манекен Пис, это бельгийский паб. Называется да. Страна Бельгия. Да. А вот это? Болгария. Знаешь, Болгария. А вот это вот? Турция, где я был там. А вот это вот, где такой белый? Смотри, ну ты вот не нарисовано, так что это Словакия, а вот это Словения. Просто тут не нарисовано это. Короче, смотрите, и столица Братислава, это Словакия. Короче. Как Россия выглядит. Ну да, только там это. А вот этот? Это Португалия, конечно. Естественно. Кстати, мы знаем видеоблогера Эдисона, он в Португалии был. Ну, да. А вот этот? Босния, полная Босния и Герцеговина. А вот это вот? Вот, Франция называется это. Извините, извините, вот. А вот этот, где, типа, могила? Это не могила, это как там его... Финляндия называется, где я там был. И там, короче, PlayStation'ы продаются дешевле. Смотрите. Смотри. Синий, белый, красный. Где синий, белый, красный? Вот, рядом вот с этим. Вот он. Так я же тебе говорил, Франция. Вот это тут. Так это Франция. Понял. Вот, все. А вот этот... Это где я был в отель Иро. Называется Греция. А вот это вот? Это Чехия. Вот это вот? Кипр. А вот это вот? Это Швеция. Вот это вот? Македония. Вот это можно вот. Назвать Северной Македонией. А вот это вот? А это Хорватия. Вот это вот? Беларусь, это наша. А вот это вот? Это Ватикан. Это, короче, государство Италии. Вот это вот. Это Венгрия. Вот это вот. Украина. Вот это вот. Швейцария. Вот это вот. Польша. Вот это вот. Ну, это, короче, там одинаковые. Я не знаю, это где-то Молдова или Андорра. Короче, поищите, подписчики. Это либо Андорра, либо это Молдова. А вот это вот синий-красный. Молдавия, то есть. Дай отгадаю, США. Вот это? Да. Это Англия, то есть Великобритания. Нужна мне зарядочка. Ладно, а вот тебе это нужна вот? Зарядочка. Вот, короче, мама тут пришла. Вот, а это? Да. Это... Норвегия, по-моему. Нет, это вот это Норвегия. А получается... Извините, подписчики, одна проблемка. Вот это один флаг, я не знаю. Подождите-ка, вот это я не помню, я у тебя спрашивала или нет?
Нет, я не спрашивал. А, нет, подождите, я где-то помню это. Это Дания, Дания. Вот, так что вспомню. А вот это вот, я спрашивал у тебя. Это это флаг всей Европы. А вот это вот? Албания. А вот это вот? Это Чад или, ну, Чад можно назвать и Румынией, потому что, смотрите, два флага одинаковых. Так что можно и Чадом, и Румынией. А, кстати, или дайте поговорю с подписчиком, секундочку, отойду. Ну, давайте. Так, ты это не единственное. Подписчики, смотрите. А, давайте наберем 30 миллионов подписчиков, поставьте колокольчик, лайк, и подпишитесь на канал. И тогда нам будет приятно. Смотрите. Давайте наберем. Ладно, он, короче, поговорил, я не знаю, что он там говорил. Ладно, будем продолжать. Ну-ка, что? Какой? Два флага. Ну, я вот этот. Вот это? Да. Это Черногория, это наша. Столица, это, ну, старинная, называется Подгорица, а где-то теперь другая, Цетине, по-моему, называется. Или Цетина. Ну, да. А вот этот? Вот это? Да, вот, которые одинаковые два. Красный, белый, синий. Так красный, какой? Белый, синий. Вот это голубой? Где? Ну, вот эти синий. Вот. Да. Вот это? Да. Это Нидерланды. А вот это называется Люксембург. Так что не перепутайте. Вот тут голубой, а вот тут фиолетовый. Кстати... Подписчики, смотрите, у меня остался старый набор про химию. Хотите, мы можем снять ролик, где мы химией занимаемся? Ну, у меня тоже есть, только она называется молекулярная кулинария, то есть кухня, можно назвать. Ладно, ну что еще там? Ну, я... Вот, нету. Ну-ка. Вот этот. Какой? Это называется Лихтенштейн, где корона. Вот. А вот, вот ее столица Вадуц. А вот это вот? Это называется где-то либо Ирландия, либо Кот-Ивуар. А вот это вот? А, ну где я был в Нарве, столица Таллин, Эстония. Вот это вот? Вот это? Бело-красный, это... с плюсиком. Это называется это, как там его? Мальта. Вот. Мне кажется, я у тебя уже все поспрошел. Нет, не все, я вижу, тут еще остатки. Какие? Смотрите. Короче, это Украина, по-моему, я вам, так по-моему, говорю. Вот смотрите, Испания, только там нету герба. Вот это Сан-Марино, это тоже государство Италии. Так, это Австрия. Я у тебя все по краям, но я тебя все спросил. Вот это, например, Косово. Вот это было. Нет, это не было. Вот это было. Подожди, вот это. Вот это Косово. А вот это тоже. Так, что? А вот смотрите, а вот это вот Норвегия. Это где-то... Блин, забыл. Вот одна ошибочка. То есть проблемка. Ладно. Короче, тогда пропустим. Ладно, давай, пропустим. Подписчики, я сейчас кое-что спрошу. Вы подождите, я сейчас приду. А ты будь умничкой. Ладно, я вам, короче, это... Еще это вам скажу кое-что. Так, смотрите, сейчас я пока другие флаги найду, которые без имени. Стой. Ты найди без... Подожди. А хотите, мы сейчас запустим с ним игры, только за это вы должны набрать? 100 тысяч лайков. Да. Но не, давай вначале смотри.
Сейчас мы поиграем пока еще. Так, флаги найдем только без имени. Без имени. Без имени. Так, смотрите, сейчас мы это. Тут интернет плохой сейчас. Так. А, вот, нашел. Все, я нашел, мы дальше будем продолжать. Все. Давай. Вот этот. Это как там его? Саудовская Аравия называется. Вот этот вот. Это? Вот это? Угу. Антигуа и Барбуда. Смотри. Подписчики, смотрите. Ну, все подписчики. Ну, хватит, давай уже это. А... Ладно, смотрите, давайте мы еще вторую часть для вас сделаем, и вы в первой части должны набрать 100 тысяч. Но подождите, не переключайтесь, сейчас будет немножко игр. Ладно, но потом уже все, без остановок будем уже это играть. А потом это для вас снимем вторую часть. Так. И к тому же я вам расскажу, завтра будет премьера. Форт Боярд в 20:00. Да. Да. Это там будет вообще круто в СТСе. Короче, там всякие задания нужно выполнять. И там приехал Сергей Бурунов, это ведущий. Вот. Там говорилось, Сережа, а он такой, этот Сережа, хреножа. И такой, да. Вот. Так, у нас здесь... Эй, ну ты... это долго. Почему? Да потому что твои стрелялки вообще долгие. Почему? А до катки идёт по минуту. Ну ладно, давайте одну минуту сыграем и все. Смотрите, я и Леон. Но, скорее всего, я пулеметчик. Но вот это мой самый любимый. А отгадайте, кто российец, кто Билл Гейтс. Ну, точнее, кто немец. Вот это... Вот это немец, а вот это англичанин. Это... Вон, видишь? Видишь, это флаг английский. Да. Ну, значит, он англичанин. Вот. Смертельный бой. Берлин. Вот, у меня есть пулемет. Знаете, сколько в нем пуль? Около... Осторожно! Враг! Так, если он так кричит, значит, дело пахнет керосином. Я вообще обычно играю в Little Big Snake. Little Big Snake? Это такая игра, где убивают змейки. Так, это вообще круто, и там нужно получать VIP. Ну там либо это тебе дается VIP 2 дня или большой сундук. Uh-huh. Вот там всякие золото. И там еще, кстати, если вы получите 2 дня, тогда у вас будут всякие разные миры, флаги, змеи за VIP. Так, это бесплатно. Да. А что да, ты же не играл же. То есть я имел в виду, ты не получал VIP. Ты же еще не знаешь. О, может быть таким или вот этим? Ты только играл, а ты не получал VIP. Я-то чуть-чуть, я редко получаю VIP. Где-то получал уже 20 раз. Ну я, короче, начинал играть. Мне подарили iMac в 2016 году, когда мне было 4 года. Тунец захват. Точки. Вот. А 17-го уже начал играть в змейки. Мне показал кто-то. Вначале я играл в Слизарио. А потом в Little Big Snake. Смотрите, и уже в Вормейт. Дело будет пахнуть керосином, когда увижу. Все, давай последнюю катку и все. И будем уже начинать. Я сижу на захватной. Я сижу на захватной точке. Это я. Вот это наше.
Дело пахнет керосином. Блин. В бой. Задохнитесь там. Простите за мой французский. А, блин, ну зато я... Ну давай уже это. Сейчас. Всё, давай. Дай нормально катку дойти. Не понял. Ну... Можно я доиграть катку? Блин. И это будет идти 3 минуты. Извините, но Дима что-то заигрался, блин. Я не заигрался, я поставил условия. Небольшие. Я умею гранаты кидать, я знаю, куда я бросаю. Вообще. А я вам хотел показать вообще флаги. Ладно, я вам покажу, пока смотрите. Я пока вам покажу это. Тут всякие, видите? Раз. Попал. Флаги. Ну, короче, смотрите, этого вообще я не... А, я знаю! Это такой в Англии. В Англии есть такой флаг. Называется он Скотленд. Вот. Так что это. Еще тут всякие. Ой. Так. Некоторые так. Сейчас вам покажу еще. А где тут еще было же? А, вот. Это. Вот это называется Англия. Вот это Англия. Правильно говорите. Вот смотрите, в этом флаге правильно говорите. Великобритания, а вот это Англия. Вот. Граната. Похоже на Грецию. Вот это. Ой, вот оно. Вот. Блин. Ну. Все, давай уже доиграй и все. А то это, ты долго бы. Наша? Наша? Не, наша. Так. Осторожно! Враг! Понимает, где... Да. Круто. Вот так долго. Все, осталось у тебя 50 секунд. И все, доигрывай. Да. Да ну идите. Нормально. Завожу бомбу. Все, у него 19 этого. Уже 15. Че? Меня сняли. С мушки. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Опа. Наша команда. Все, победила и так победила. Все, давай, показывай. Мне уже флаги наскочили. Ну все, давай уже. Вот, начинай. Так. Вот этот. Это, ну, вы же, мы же показывали, это же Финляндия. Вот этот. А вот это называется Ямайка. Это такой остров. А вот этот. Болгария. Мы это рассказывали. Давай то, что мы не рассказывали. Вот, я нажал на этот.
На что? На вот этот вот. Так мы же это говорили. Который желтый крестик и зеленый треугольник. Да, это мы говорили, это Греция. Ты же помнишь. Ну-ка, давай, еще. А что еще? Вот, например, этот. Это называется Мозамбик. Вот этот. Узбекистан, конечно же. Вот эта звездочка. Зеленую. И вокруг красная. Вот это? Вот это. А-а-а! Это называется Марокко. И там столица Рабат. Вот это? Да. Южная Корея. Можно назвать просто Республика Корея. Я устал. Ну ладно, короче, я сам с собой поиграю. Ну, короче, я вам расскажу, как это. Пока. Смотрите. Давайте по порядку. Это мы говорили. Вот это Грузия, например. Это Япония. Это мы говорили. США. Мавритания. Албания. Ой, вот это Албания. А вот это Афганистан. И это как там его? Бразилия. Это мы говорили, европейскую эту. Италия, Германия, Австрия. Финляндия. А вот это Сан-Томе и Принсипи называется. Багамы, ну то есть Багамские острова. Чили. Рядом с ним Аргентина. Так, а Китай. Я сейчас там Литва, залезу. Это мы говорили. Вот это мы говорили, это когда Дима играл, это Англия. Вот. Так, что это? А это? А вот это я не понял. А, это Суринам называется. Это Алжир. И к тому же столица Алжир у него тоже. Франция, Колумбия. Да, а нет, это не Колумбия. А, или нет, или... А, я не помню. Ну, короче, по-моему, это Колумбия. Вот, Джибути и тоже столица Джибути. Финляндия, это мы говорили. Вот это Бахрейн. Ну, похож на Катар, только вот у Бахрейна красный цвет, а у Катара коричневый. Вот, так что смотрите. Вот это, по-моему, Колумбия, по-моему, это. Ну, короче, это я не помню. Нет, это не Колумбия, это что-то другое. А, это Венесуэла. Это Венесуэла называется. Вот, дальше. Это Армения. А, так, это у нас... Как там его? Нет, Чили, это другое. А вот это Куба. Куба это. Вот это тот же самый флаг это. Просто два удвоились они. Так, это Греция. Ой, извините, приостановлю. Вот, я уже все продолжаю. Так, я вам это 5 минуточек. Это, и тогда это. Дальше продолжу. Продолжу, то есть. Вот смотрите, закончу с этого пока. Блин, опять придется набирать. Продолжу-ка. Вот, смотрите. Это мы уже говорили. Вот это Аргентина называется. Это Барбадос. Ну-ка, вот так сделаю. Вот это Белиз. То есть Белиз. Вот это... Это как-то мне вам... А, вспомнил, Боливия. Это Боливия. То, что я это показываю. Ой, извините. Так, это Бразилия. Это Канада, бла-бла-бла. Вот, Таиланд. Так, это мы говорили. Вот, Доминиканская республика. Вот это Доминика называется. Вот это Доминиканская республика. Это Эквадор. Это, по-моему,
где-то Гватемалы, по-моему, или Никарагуа. Ну, короче, нужно посмотреть. Это Гренада, это... Не помню, как это называется. Гаяна вот это. Гаити. Не были никаком Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Гондурас. А, вот это Никарагуа, значит, это Гватемала. Так, это Перу у нас. Вот это Панама. Ну, флаг такой. Это, по-моему, я не знаю. Это, по-моему, где-то Нидерланды. Да. Так, это... Я не знаю, что это вообще. Так. Это тоже так. Это Сент-Китс и Невис. А, нет. А, подождите. А, да, это Сент-Китс и Невис. А это Я не помню. Ну, короче, где-то в конце Гренадины. Вот. Короче, это мы говорили. Вот это Тонго. И... Тонго и это... И Тренады. По-моему, я не помню. Но вот это, короче, смотрите. Это... Подождите, это... А, это Уругвай называется. Или Парагвай. И вот у нас... Это мы тоже говорили, это называется Венесуэла. Ну, давайте я для вас сниму вторую часть. А пока, всем пока. Я вам отправлю сайт. Про Little Big Snake. Если что, ссылочка в описании. А продолжение Сани. Всем пока!